Давай, я снимаю. Чё? Пару слов о душе просто скажи. Рок. Ты будешь жить вечно. Счастье. Здоровье. Побольше. Рок. Да, про с роком чокаем. Ты теперь тоже скажи. Там птица, голубь сидит. Я нюхал хуй зверя, я нюхал у кошки кое-чё, я у неё между ног занюхал, и было всё хорошо. Стрёмная хуйня вообще. Это без звука будет, молодая. Да похуй вообще. Стрёмная хуйня, блядь. Вообще это стрёмно чувствую. Нож возьми тоже. Он сос... А, вот это да. Всё, у нас будет получение данной книжки происходить. Позвольте вам зачитать немного про данную литературу. Эта книга посвящается как моим друзьям, суворовцам 38-го выпуска Калининского СВО, так и всем, кто причастен к славной, благородной семье, заботящейся о воспитании настоящих мужчин, объединяющих выпускников кадетских корпусов суворовских училищ всех поколений. Вячеслав Муругов, автор проекта «Кадетство». Право вспоминаю, там, типа, кадетский корпус есть. Чё, блять, пошёл народ России. Чё? Давайте. Раз, два, три. Этот пацан вылетает. Раз, два, три. Два, три. Так, клинок я вас куплю. Я тоже не косил по дурке. Спасибо. Получайте данную книгу. Я вам рекомендую приходить к нам. У нас будут мероприятия. У нас будет все. Всем пока. Всем внимание! Страна Германия.